Здравствуйте. Я сейчас хочу обратиться в первую очередь ко всем россиянам, которые живут в Испании. Обращаться к нашим соотечественникам, которые находятся в России, бесполезно, потому что половина страны запугана, половина людей зомбирована. Того количества людей, которые выходят на улицы там, в России, это ничтожно мало для того, чтобы что-то изменить. Заранее прошу прощения, что мои мысли могут перескакивать, потому что их очень много, а речь, к сожалению, я не заготовил. Ребятки, к сожалению, отмыть от всей этой грязи наш российский паспорт в ближайшее время, наверное, не получится. Может быть, получится отмыть нашу совесть. Весь мир вышел на улицу в поддержку Украины. Весь цивилизованный мир. Весь цивилизованный мир вышел на улицу, чтобы сказать «нет войне». Россия молчит. Я очень прошу всех тех, я бы сам это сделал, я просто недавно живу в Испании, я не знаю механизмы, с кем нужно согласовывать, как это нужно делать, я очень прошу всех тех, кто, как все это нужно проводить, как это все нужно организовывать, обратиться ко мне в директ. Я считаю, что мы с вами, русские люди, должны сделать свой митинг. Мы должны с вами выйти на улицу здесь, в Испании, под нашими флагами, под русскими. Я понимаю, что сейчас российский флаг для всего мира как красная тряпка для быка, но мы должны это сделать, чтобы сказать свое «нет» этой войне, сказать всему миру, что русский народ – это не Путин, что мы против того, что происходит в нашей стране. К сожалению, путинская власть довела Россию вот до того пиздеца, который сейчас происходит. В России нет прав человека. Они не соблюдаются. В России нет никакой демократии. СМИ закрываются. Народ российский превращен в стадо баранов, который молчит. Мне больно. Я не хочу, чтобы мои дети жили как в Северной Корее. Я не хочу этого. И я не хочу, чтобы нас, русских, считали по всему миру нацией прокаженных изгоев. Я сейчас обращаюсь ко всем неравнодушным, поэтому я считаю, что мы должны организоваться и мы должны сейчас выступить не только в поддержку Украины, но и в поддержку всего демократического цивилизованного мира. Мы должны обязательно показать всему миру, что мы нормальные, что с нами можно общаться, что мы не ёбнутые. Я очень прошу, правда, распространить это видео максимально. Я очень прошу помочь. Еще раз говорю, всем, кто может, пожалуйста, напишите мне в директ. Я читаю все сообщения, я выйду на связь. И я считаю, что этот митинг нужно делать в большом городе, в испанском. Мадрид, Барселона, Валенсия, ну... Наверное, Аликанта, чтобы нас заметили. Нам нужно всем объединиться. И я еще раз говорю, пожалуйста, выйдите со мной на связь. Всем добра, мы против войны.